трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. У сотрудников ГИБДД будет меньше бумажной работы. Протоколы и постановления переведут в упрощенную электронную форму. Инспекторы перестанут выезжать на места аварий, в которых люди не пострадали. О таких преобразованиях в госавтоинспекции сообщает газета «РУ». Кроме того, планируется упразднение групп разбора дорожных происшествий. Если гражданин не согласен, то он сможет обратиться в суд. Наконец, число видеокамер на трассах будет увеличиваться и увеличиваться, а список фиксируемых ими нарушений расширяться. Трасса 101. Решать судьбу водителей, попавшихся пьяными повторно, будут не мировые судьи, а районные. Соответствующие поправки планируется внести в Уголовно-процессуальный кодекс. Верховный суд считает, что не исключены случаи, когда один и тот же мировой судья будет выносить приговор рецидивисту. А если в первом случае он ошибся, получается, что ему придется перепроверять свое собственное решение. Кроме того, возможны ситуации, когда мировому судье потребуется изучить решение районного суда, то есть вышестоящей инстанции. Такое бывает, когда дело о нетрезвом шофере из-за его сложности рассматривает именно районный суд. Трасса 101. В России принят закон, по которому за продажу некачественного бензина и дистоплива компании будут штрафовать на сумму, равную 1% от выручки, но не менее 500 000 рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа составит уже 3%, но не менее 2 000 000 рублей. Есть и альтернатива – закрытие АЗС на срок до 3 месяцев. Штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей предусмотрен за непредоставление водителям всей информации о топливе. Компания «Рено» начала живые продажи модели «Доккер». Ранее это случилось в интернете. В двухместном грузовом варианте каблучок стоит минимум 814 тысяч рублей. От 819 тысяч – ценник пятиместной пассажирской версии. В обоих случаях у авто имеются широкие сдвижные двери. Мотор бензиновый 1.6 мощностью 82 лошадиные силы, либо 1,5-литровый 90-сильный турбодизель. Коробка – только 5-ступенчатая механика. Трасса 101. В Британии женщина-водитель чуть не угробила себя из-за того, что на заправке залила бензин в воздухозаборник. Автомобиль у леди Smart был. Движок располагается у него сзади, и крышка горловины бака напоминает отверстие для забора воздуха. Правда, располагаются они с разных сторон. Так вот, как только водительница повернула ключ зажигания, раздался взрыв, а потом еще один. Машинка в итоге в хлам, а британка отделалась ожогами. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.